Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Георгий Колдун. Сегодня у нас 11 октября 2021 года, на часах 18:00. И мы находимся на одной из автозаправочных станций «Беларусьнефть» в городе Минске. У нас розыгрыш рекламной игры, которая называется «Сентябрь на драйве». По традиции мы вначале рассказываем о правилах игры, а потом переходим, собственно, к розыгрышу. Итак, сама игра проводится с 1 сентября 2021 года по 19 ноября 2021 года, включая периоды розыгрышей и вручения призов. Естественно, за ходом игры, за ходом розыгрыша будет следить наша многоуважаемая комиссия, которую сейчас представлю. В комиссии у нас сегодня Ольга Леонидовна Лукашевич, Александр Петрович Стельмах, Елена Александровна Василькова и Диана Сергеевна Садовская. Для участия в игре необходимо было выполнить следующие условия. Иметь зарегистрированную карту «Заправка», либо приобрести данную карту «Заправка» и заполнить анкету участника программы «Заправка», указав при этом свои достоверные данные, а именно фамилию, имя, отчество, при наличии дату рождения, номер мобильного телефона оператора сотовой связи в международном формате, населенный пункт, а также адрес электронной почты. Еще раз обратите внимание, достоверные данные. Совершить 3 покупки топлива на АЗС сети «Беларусьнефть» в различные даты на сумму не менее 1 белорусского рубля каждая в период с 1 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года, включительно с использованием карты «Заправка». Во время проведения игры разыгрываются следующие призы общей стоимостью 49 460 белорусских рублей 34 копейки. Что мы будем разыгрывать сегодня? Конечно же, будет главный приз. Главный приз – это денежный приз 30 тысяч белорусских рублей и денежные средства для уплаты налога в размере 4 460 белорусских рублей 34 копейки, для того, чтобы все 30 тысяч достались вам, кто, естественно, и будет являться победителем. А также будут утешительные призы, их будет 300. Разыгрывать мы будем, конечно, не все, об этом чуть позже. Это сертификатное приобретение товаров и услуг, реализуемых в сети «Беларусьнефть», номинальной стоимостью 50 белорусских рублей. Итак, каким образом будет происходить розыгрыш и определение выигрышных номеров? Выигрышные номера участников будут определяться следующим образом. Это будет происходить посредством извлекания вот из этого вот нашего барабана непрозрачного шаров, и будет номер формироваться поразрядно слева направо. Ну, в общем, все как всегда, как обычно. Организатор дополнительно определяет один альтернативный номер победителя для главного приза. Альтернативным победителем становится участник игры с номером через 5000 номеров от победившего номера участника. Определение выигрышного номера участника игры получателя утешительного приза происходит следующим образом. Формируется номер участника игры первого получателя утешительного приза, а следующими 299 победителями становятся последовательно участники игры с номерами через каждые 600 номеров от последнего выигрышного номера участника игры. Для каждого утешительного приза определяется один альтернативный победитель, опять же, на всякий случай, которым становится участник игры с номером, следующим за основным выигрышным номером участника игры. Все вроде рассказал, можно приступать к розыгрышу. Вначале мы, конечно, будем определять выигрышный номер обладателя главного приза. Итак, у нас количество игровых номеров. Это 225 353. Нас становится все больше и больше, я правильно понимаю, да? Все больше и больше все становится. Итак, это отлично, да? Как такой комментарий был от членов жюри сейчас. Отлично, они сказали, и у нас нет оснований им не верить. Так, 10. У нас есть непрозрачный барабан, как вы помните, кто за нами следит постоянно и подписан на нас. Значит, 10 шаров у нас есть, и я, так как первое... 225 353, соответственно, в барабан мы должны положить шары от 0 до 2. Показываю вам 0. Барабан пустой. Барабан пустой, там ничего нету. Вы слышите? 0. 1. И 2. Вот, цифра 2. В барабане шары от 0 до 2. Вращаю барабан. От первой цифры зависит очень многое. Максимально тоже перемешиваю. Ну и вот первый попавшийся шар, который попадается в руки, 0. Возвращаю обратно 0 в барабан. Записываю 0. Это значит, что в барабане, так как у нас 225 353, снова должны находиться шары от 0 до 2. Они у нас там сейчас и находятся, как вы помните. Значит, снова вращаю барабан. Все же правильно, да? Все правильно. На всякий случай уточняю. Все шары. Вот видите, вот вы молодцы, вот на самом деле.
Да, это если бы я двойку вытащил. Ну, такое бывает. Осень, знаете ли. Зачем я сейчас валю на осень, непонятно. 0, 1, 2 у нас находится. Значит, в барабане должны находиться все остальные шары от 0 до 9. Значит, начинаем с 3. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, точка внизу. В барабане шары от 0 до 9, все 10 шаров, правильно? Да. Внимание. Извлекаем шар. Это у нас единица. Возвращаю обратно. Значит, 0, 1. Буду тоже записывать, чтобы все держать на контроле и потом свериться с нашей многоуважаемой комиссией, которая не дремлет. Извлекаем следующий номер. Следующую цифру выигрышного номера. Болтал, снова пускаю руку, первый попавшийся шар извлекаю. 2. Вот это да, вот это аттракцион, конечно. 2, возвращаю обратно. 0, 1, 2. Казалось бы, чего только в жизни не бывает. Не будем предполагать, какая цифра будет дальше. Попробую левой рукой, чтобы уже не было. Так, первый попавшийся. 3. Ну, такого я не помню на своей памяти. 0, 1, 2, 3. Да, да вообще. Удивительно, конечно. Интересно, с точки зрения теории вероятности, вообще какая вот вообще вероятность была того, что именно такая последовательность будет. 0, 1, 2, 3. Хорошенько покручу, хорошенько. Хорошенько. Хотя, с другой стороны, почему должен страдать человек, у которого 0, 1, 2, 3, 4? Может быть, оно как бы и хорошо. Но у нас беспристрастная абсолютная история. Руку сломать еще. 7. Ну вот. Последовательность нарушена. 7. Записываю. 0, 1, 2, 3, 7. Ну что, тоже счастливое число. Ну и последняя цифра выигрышного номера. 4. Вот где она была. Оказывается. 4. Возвращаю обратно. 0, 1, 2, 3, 7, 4. Крышалович Галина Григорьевна из Гродно. Галина Григорьевна, Гродно. Сейчас главное, чтобы сразу серьезно восприняли. Да. Здравствуйте, это Галина Григорьевна. Галина Григорьевна, меня зовут Георгий Колдун. Только что произошел розыгрыш компании «Беларусьнефть». Мы вас хотим поздравить с нашей комиссией. Вы являетесь обладателем главного приза 30 тысяч белорусских рублей. Вот комиссия сейчас вам поаплодирует. Вот, никаких номеров карточек, ничего сообщать не нужно. Это просто информация, мы обязаны были это сделать. С вами совсем скоро свяжутся и как бы расскажут, каким образом вы сможете получить ваш выигрыш. Спасибо за то, что вы с «Беларусьнефть» и заправляетесь на «Беларусьнефть». Вот, хорошего вам вечера и поздравляем вас с выигрышем. Спасибо большое. Да, всего хорошего, до свидания. Да, еще звоните, если что-то еще, если что-то я еще что-то выиграю, обязательно звоните. Ну что, я, наверное, извлеку сейчас все шары обратно из лототрона, потому что мы приступим к определению. Я думаю, что это, во-первых, как бы мы уже неоднократно с этой, кстати, девушка. Вот у нас все мужчины, вот девушка и выиграла. Да. Приступаем к розыгрышу первого утешительного приза, первого номера. Итак, снова у нас пустой лототрон. Начинаем сначала и определяем первый номер. 225 353. У нас же ничего не поменялось. Участвует то же количество игровых номеров. И начинаем загружать, так как 225 тысяч, значит, двойка первая, значит, загружаем от 0 до 2. И сейчас обнаружу, где я положил что? 0.
Один. И двойку сейчас найду. Два. Вот было бы интересно, если бы надо было разыгрывать все утешительные призы и звонить всем. Так бы и жизнь прошла. За окном уже просто там, не знаю, там снег пошел, подснежники. Первая цифра выигрышного номера утешительного, первого обладателя утешительного приза. Ноль. Возвращаю обратно ноль в барабан. Там у нас 0, 1 и 2. Это значит, что я должен теперь, да, постоянство памяти, как у Сальвадора Дали. Так, 0. Значит, в барабане сейчас должны будут находиться все шары от 0 до 9. 0, 1, 2, как вы помните, там сейчас находятся. 0, 1, 2 есть. Загружаем. 3, 3, 4, 5. Шесть, семь, восемь, девять. Точка внизу. В барабане 10 шаров от 0 до 9. Включительно, конечно же. Как может быть не включительно, непонятно, но ладно. Перемешиваю, ну, как в традиции, просто достаю первый попавшийся. Два. Возвращаю обратно в лототрон. Ноль, два. Пробую другой рукой достать. Перемешиваю. И первый попавшийся. Три. 0, 2, 3. Перемешиваю. И 6, точка внизу. Возвращаю обратно. Смешиваем. 8. Я напоминаю, мы разыгрываем сейчас первый утешительный приз. Это сертификат на приобретение товаров и услуг в сети «Беларусьнефть» номиналом 50 рублей. Последняя цифра. 3. Возвращаю обратно. Якименко Василий Викторович из города Жабинка. Мы напоминаем еще раз, что первый номер мы определили, остальные 299 победителей становятся последовательно участники игры с номерами через каждые 600 номеров от последнего выигрышного номера участника игры. Ну, то есть каждый раз 600 прибавляем и получаем новый номер обладателя утешительного приза. Хочу спросить у нашей многоуважаемой комиссии, прошел ли розыгрыш в соответствии с правилами, все ли в порядке? Замечаний нет, розыгрыш состоялся. У меня даже в дневнике такое редко было, когда не было замечаний в конце недели, меня родители ремнем за это били. Поэтому хорошо, что сегодня все обошлось. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо за то, что заправляетесь на заправках сети «Беларусьнефть». Продолжайте заправляться. Всем удачи. Пускай вам она улыбнется в итоге, и вы станете обладателем хотя бы утешительного приза. А если главного, то будет вообще здорово. До свидания и до встречи в следующий раз.